делаете? Короче, вот получилась такая травма производственная. Пока стул разбирал. А? Видно? В общем, да. Загрузились мы, конечно, по полной. Запарились грузиться, конечно. Вообще полная машина. Просто полная машина. Маленькая у нас машина. Ну, вместили. Все вместили. Всем привет. Привет. Здрасте. Мы приехали, как обещали вам, в другой магазин с палетами. Вот только зашли. Здесь куча сзади стоит бытовой техники. Много-много. Новенькая полностью. Этикетки даже не содраны. Да, она новая, но, по-видимому, она стояла в магазинах. То есть, скорее всего, там где-то подмятая, где-то под... Скорее всего, стояла именно так. А так видно, что новая. Стиралки, там, холодильники, там их много-много. А вот здесь поддоны. Палеты, поддоны. Кому как больше нравится. Сейчас будем смотреть ценники вместе. Разные. У них, я посмотрела на сайте, поговорила с ними. У них, в общем, от 200 есть палеты. Угу. $280. Ну, что это, мел? Да. Поддон с мелом. Можешь на $208 мел купить. Тут, смотри, тут получается одинаковый в основном товар, да. Поддоны. Ну, нет, я видела у них 220. Непонятно, что это. Какие-то веревочки. Что-то не очень нужное. Так, это рождественское. Здесь у нас все. О, смотри, есть такая прелесть. Ну, не холодильник. Прикольно. Чуть поцарапаны, да? А, нет, это клей. А вот может, поцарапаны? Микроволновка. $690. Это нагреватель для воды. Фильтр для воды, нагреватель для воды, микроволновка, еще микроволновка. Еще микровых. Еще микроволновка, холодильник. А это что? Не пойму, что это. Может, какой-нибудь фильтр? Water Boss. Что-то с водой связано. Так, слева, короче, тут у нас все рождественское. Так, тут 550. Это техника. Кстати, интересно, а возврат это или нет? Да. Тут смотри, какой хороший поддон. Там мусорка большая какая-то, мусорное ведро с Wi-Fi. Что-то сверху еще лежит. Там раковина еще. И снизу еще коробки. А, там еще одна микроволновка. Мусорка с Wi-Fi? Да. Лень выкидывать, да? Да, по Wi-Fi. Она сама на колесиках подъезжает. Слушай, мне нравится этот палет. Ну, конечно, он к нам не влезет. Его очень надо классно. Два раза вести. Но тут, мне кажется, достойно внимания вот этого палета. Я не вижу, чтобы коробки были как-то вскрыты. Я думаю, это возврат из магазина. Ну, не в смысле не возврат, а стоящий в магазине. А вот фильтр для воды. Да, я говорю. Угу. А с той стороны посмотреть его. Так, этот поддон с техникой садовой. Угу. И тоже смотри. Никаких этикеточек нету, что это возврат. Не знаю, там заклеены коробки, не заклеены, смотрите. Угу. Так, $290 поддон лампочки. С лампами и лампочками. Ну, эти лампочки тоже они стоят прилично. Ну да, лампочки... Ну как прилично, ну стоят просто, денег своих, тут их много. Это накрывашки на диван, это нам не нужно, опять мелки, опять лампы. Это чехол может быть для патио, скорее всего. Ну для мебели какие-то чехлы, мне кажется. Может еще что-то там написано, я не знаю что, но все одинаковое, нам не нужно. Лампочки, что-то опять, Крисмас. Ну, рождественский Крисмас. Это тоже Крисмас, это Крисмас. Один Крисмас. Какой-то материал. Кто хочет озолотиться на будущее Рождество, все welcome. Да-да-да. Так, вот спирали. Кстати, вот смотри, вот эти спирали, которые в нашей плите, вот так они вытаскиваются, я уже проверял. Так берешь просто, так тык, и вытащил. Оно даже не прикручено ничем. И я думал, что делать, если это, если вдруг они перегорят, на них же капает жир, там все, вот, новые, пожалуйста. Можно было, в принципе, заменить, потому что они у нас немножко искривлены. Ну, заменим, но надо купить их отдельно, нам поддон не нужен спирали, да что? Что это такое? $499, целый поддон, жижи какой-то синий. Не знаю, что это. Возможно, это в холодильник такая штука. Холодоген какой-то. Так. Слушай, мне этот магазин больше нравится. Здесь реально можно что-то взять для сбыта. Вот стройматериалы, смотри. Какие-то там, наверное, плитка. Нет, не плитка, тоже банки с чем-то. Тут похоже что-то вроде краски. Может быть, я не знаю, какая-нибудь там клей какой-нибудь. Вот краска баллончиковая. 3800. Целый набор электроинструмента. Просто поддон, в смысле.
Это надо знать, сколько этот электроинструмент стоит. Я думаю, это дороже стоит. Я думаю, это дороже. Вот такая вот дешевле $50 одну не найти такую. Это самая дешевая, которую я себе купил. Этот, как он называется? Нет слов. Дрель. Не дрель, блин. Шуруповерт, да. Так, дальше у нас тут набор с бензопилами. 1590. Ну, шина новая. Смазки, да, похоже, или нет? А, нет, чуть-чуть стружка есть, совсем немножко. Ну, как будто бы так, чисто пильнули и бросили. Тут у нас что? Что это такое? Что это таки? Это лампы. Лампы, да? Лампы нам не надо. Тут целый палет с искусственными цветами. Так, о, вот это классно, смотри. 1500. Пила. А, газовое что-то, оборудование какое-то, не знаю, что это. И еще один станок, да? Пилит, такой же станок, только большой. Режет. Пилорама. Да, хотел сказать, такие, знаете, деревяшки такие подкладывают. Короче, две пилорамы и, может быть, даже больше, там еще что-то взять. Блин. Ну, он стоит, смотрите, тут стоит 3800, этот стоит 1500. Ну, надо пробивать, сколько это стоит вещи эти. А, возможно, это действительно можно перепродать. Так, тут какие-то опять строительные материалы. А, лампы. Это тоже лампы. Лампы, светильники, лампы. Цветочки. Маленькие пилорамы, вот тоже куча за 1500. Тут уж какие-то ящики, не знаю. 720, что-то тоже непонятно. Цветочки опять. Ну как-то хотелось бы, чтобы это. Мне вот тот поддон понравился. Хочу залезть посмотреть, что там еще. Все разные, они все. Тут еще, короче, раз микроволновка. Снизу что-то большое. Не пойму что. Мне нравится вот тот поддон, на самом деле. Прикольно. Так, здесь у нас газонокосилки. Так, ну это использованная. $590 всего. Это все использованные. Но они не сильно так поюзанные. Вот по колесам видно, что вот это побольше, это поменьше каталось. Не так, чтобы, опять же, вот это чуть побольше, это поменьше, мне кажется. Я думаю, что не сильно их пользовали. Очень много инструментов. Надо выходить и в ту сторону. Да, пошли. Холодильники тут вот. Вот я имел что в виду. Вот, конечно, сильно покоцанный такой, вот видите, вот прям его везде коцали. Но он новый. Он не использованный, просто его покоцали. И вот они стоят. $150 вот маленький. Вот микроволновки такие же. По 225-365. Ну все такое. Так, дальше пошли. Опять здесь у нас поддон с инструментом 2400. Так, еще опять какой-то электроинструмент 1900. И еще один. Короче, много электроинструмента. 590 газонокосилки. Раз, два, три. Раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь газонокосилок. Возможно, все возвратные. Но опять же скажу, вот все равно. Вот смотрите, колеса. Ну не сильно они поюзанные-то. $600. 8 газонокосилок. Так, нагреватели сверху. А снизу не пойми что. Горшки. Это что? Вентиляторы, подушки. Так, это с той стороны такой стоял. Это что такое? Полы циклевать? Склевочные машины? Да. Что-то они маленькие. Как это для клинера. Что-то мыть, наверное, крутится и натирает. Может. Насадки, наверное, для моющей швабры какой-нибудь такой. Сильное заявление. Проверять я его, конечно, не буду. Электрокошер. Электрическое мытье полов. Лампы. Мелкие, ну, повторяется. Много чего повторяется. Ну, там дальше, я думаю, будет лучше. Одежда. Декор. Одежда. Прикольно, если у тебя магазин, да, одежды. Приехал, купил одежду себе и, в принципе, ну, думаю, это окупится. А вот $250. Это что такое? Такой огромный. То ли кабель, то ли какой-то уплотнитель. Смотри. Это тебе написали. Не совсем понятно, но понятно. И по-испански, por favor.
Так, тут сантехническая какая-то куча всего. Вентиляция, сантехника. Блин, мне только один там поддон понравился, но его нам за два раза вести минимум. Ну, вообще, мне этот магазин нравится. Мы... Ну, если честно, я не могу сказать, что он мне прям сильно нравится. Тут все однотипно. Хотелось бы, чтобы он был разнообразный. Нет, мы покупали стиральные машинки, мы могли здесь их купить, понимаешь? Ну, это да, это мы могли. Вот, смотри, светильники. Целая палеция со светильниками. Ну, дают ли они гарантию? 370 долларов целая палеция со светильниками. Такой светильник стоит, наверное, долларов 30, не меньше. То есть ты явно окупишь. Вот еще один, кстати, мой холодильник. Микроволновка, холодильник. Жизнью побитый. Раз, два, три холодильника. Сверху фильтры какие-то. Ну, что-то еще много чего. Нету маленьких поддонов, да? Так, ну все, опять примерно то же самое. Боксы. 290 долларов за бокс. Кстати, я так-то даже для себя иметь такие, знаешь, вот, комплект такой огромный боксов. Угу. В гараж. В гараж везде. Да, я бы, ну, был бы дом свой, я бы купил. Потому что это не очень дорого за такое количество. А они очень удобные, эти вещи. Лампочки, светильники. Опять сантехника. Так, 360 долларов. А, это опять то же самое. Ну, все то же самое. Все так похоже. Что за ящик такой? Интересно, просто ящик? Киви. Угу. Винтовку свою снайперскую хранить, да? Там. Клюшку для гольфа. Так, это вытяжки, похоже. Вытяжки. Светильники. Елочки розовые. Вот опять такой. Ящики какие-то. Не знаю. Кабинет. Да? Это на кухню вешается, получается. Но хотя написано. Нет, нет, это переносной кабинет с ключиком, видишь, какие-то ящики такие. Специализированные, да. Назовем. А это газовый котел? Угу, бойлер. Или нагреватель. Газ. 400 долларов. Я к тому, что говорю, мы купили стиральные машинки. Ну почему 400? Мне кажется, цена 190, нет? Вот. 430. Ну вот цена нарисована. А, ну да. Для купили, говорю, эти стиральные машинки, могли бы здесь купить их подешевле, так пускай. Я говорила, гарантия на них есть? Нам их привезли, нам их установили, у нас на них гарантия. И нам не понравилось, что там их вернули. Здесь это будет? Ну, логика есть. Ну вот тут уже выбирать что-то, либо сэкономить, либо сэкономить, а потом переплатить. А вот новые, смотри, стоят. Ну эти явно новые. Непонятно, что цены не вижу. О, 200 баксов сидушку. Где-то мы такую видели. В каком-то магазине. В Костка, что ли? Даже не знаю прям. Понравился мне один поддон. Стоит он там что-то в районе 600 долларов, по-моему. Не знаю, стоит его брать, не стоит. Он не поместится, блин. Надо машину большую покупать. Вот 165 баксов холодильник. Вот. Ну да, тут, конечно, такое замятие, что... Не хотелось бы такое брать. Вот, как я говорил здесь при входе, куча-куча бытовой техники, вон, куча стирала. Пойдем цены посмотрим просто. Хотя можно было бы там сравнить цены с нашими. Ну ладно. Не будем расстраивать себя, да? Будем считать, что... Я считаю, что мы очень выгодно купили. Мы купили хорошую фирму и купили по скидке. И нам за еще приехали, они сами пришли, установили. И все это абсолютно бесплатно. Ну да. Ну а так получается, смотри, 1250 LG. В принципе, хорошая, большая стиралка-сушилка вместе. В магазине они стоят что-то время в около... 1900 они стоят. Ну от полторы начинается. Нет. Да? Они где-то начинаются от 1800. Да? Вот именно вот такие я смотрела, LG, да. И, ну, они такие дорогие. Но это, опять же, смотря в какой дом это подойдет. Потому что у нас получается, что ну, подключение идет как-то вот... Она, да, у нас не подойдет. Стоять, другая там. Ну, в доме, я думаю, можно. Там у нас квартира, а в доме-то можно. Холодильников куча. Холодильники тоже. Вот, кстати, что-что, а холодильники... Цена начинается от 2,5 где-то, я не знаю. Там. И они новые. Вот они все новые холодильники. Только чуть-чуть покоятся. Да, где-то там что-то поцарапанное, где-то это. Видимо, они... Может, на доставке были, может, на магазинах стояли. Вот, 200. Мы такое смотрели, да? Вот цена его была, видимо, оригинальная и скидка. Холодильник классный. Тут еще открывается двойная дверка такая. Одна открывается,
вторая открывается. Круто. Я бы так и купил, конечно. Я бы даже рискнул без гарантии взять, на самом деле. Такой хороший холодильник. Если свой дом, стоит почему нет? О, какой красивый белый, смотри. Мне прям нравится. Но у него цена, смотри, такая. Тут ледогенератор. Снаружи ледогенератор. Красивый, он и внутри красивый очень. Все это любовь. Надо запомнить. Нулевая камера. Морозилочка. Короче, вон целые ряды. Ой, там ряды есть. Пойдем посмотрим. Не, реально, холодильники дешевле, чем магазин. LG, причем это же тебе никакой не Samsung 1960. Так, кровать. Давайте оценим стоимость. Сейчас, надеюсь, мы не продешевили со своими. Так, это цена за что? Это, наверное, за тумбочку. Наверное. Ну, все равно, видишь, получается 680 оригинальный прайс. А так 349. Да. Лампа какая-то. А, вот она, цена на кровать. Смотри, кровать и матрас, наверное. Так, Виллоутон. Это, я думаю, матрас. Какой-нибудь матрас, да. Кровать 429 долларов. Ну, слушай, недорого. Почему ты взял, что это кровать? А что? Ну, может быть. Матрас, вот цена. А, да, бет. Вот тут-то и матрас хороший, который, помнишь, да, мы... кровать не нравится. Да и матрас. В следующий раз, когда будем себе выбирать кровать, вот надо сюда. Ну, да, кровать хорошая. Угу. Ну-ка, там что? Тут нет цены. Вот похоже, полки нет задней. Но матрасы вот эти хорошие, они дорогие. Помнишь, мы заходили в магазин матрасов, там очень дорого они стоили. Но они ведь пружинные, или какие они там? Они как с пружинкой. Внутри. Возможно, но они качественные. Мы передумали же на их счет. Лампа четко. Прикольно. Такая класс, блин, вот такую нам надо было большую брать. Да нет, квартиру в нашу она не поместится. Это все исключительно для дома. Да. Вот диван четкий. Диван прям классный. Почему-то не вижу цены на нем. А удобно. Ну, конечно, он вообще удобный. Но, опять же, нам бы он тоже не пошел, наша гостья. Ну, вообще-то, нам бы он пошел. Под окошко бы его поставить. А вот эту можно и под ногу поставить. Сомневаюсь. Вот эти два нам бы пошли. Эти два, да. Нет цен. Почему нет цен? Где цены на диван? Может быть, это только завезли? Может, они еще не в курсе? Не знаю. Кресло. Вот, набор. Ну-ка, покачай. Качалка кресла? Ой, мне сейчас этого прям очень сильно не хватает. Да? Да. Класс. Вот этот набор бы нам очень сильно подошел бы, кстати, вообще. Ой, похоже. Да, это я тебе сказал. Слушай, он такой удобный. Ой, классно. А почему он? Не знаю. Вот, там бумажка. Бумажки-то есть, цен нет. Но мы можем спросить. Да, интересно. Мебель. Нам она подходит. Удобная она? Очень. Удобнее, чем наши диваны, однозначно. Само собой. Ну, я не думаю, что это слишком дешево стоит. Как-то он не мягковат. Нормально, ты что, мягкими? Подушка мягкая? Нет, он не мягкий. А у нас прям мягкий, да? Тот, который выбрала я, да. Вот это мне не нравится, сразу говорю. Да? Да она такая, знаете, как матрас такой. Ну, такой простой, не мягкий. Ничего ты не понимаешь, как. Хотелось бы провалиться в облако из подушек. А это не облако из подушек. Куда тебе провалиться-то хочется? Знаете, попочка привыкла к мягкости. Так, холодильник. Холодильников очень много. Как будто бы магазин холодильников. Mm-hmm. Сразу говорю, кому нужен холодильник, приезжайте сюда, выбирайте. На любой вкус, цвет и запах. Тут я уже в них заблудился. Ну. Да, какие-то дефекты присутствуют, но можно. Есть с чего выбрать, как говорится. Но у нас чуть по. У нас это сушилка? Это сушилка. Сушилка, да. Это, видите, больная голова покоя не дает, да? Все-таки любопытство взяло ее. Мы нашли, как у нас, но цены на ней нету. Теперь не вижу. А может, стиралка такая есть, давай посмотрим. Цена не на каждой лежит почему-то. Угу. Надо узнавать, видимо. Ну, нам не обязательно это. Просто так поинтересоваться. Настя захотела. Я-то был против. А вот это не то? Нет, у нас со стеклом. Но это же сушилка. Это стиральная. А, да, это сушилка. 550. А, кстати, да, вот. Это же она и есть.
А мы сколько потратили? А мы столько и потратили. Ну и в чем разница? Не знаю. Мы тоже купили по скидке. Она вот столько на самом деле стоит. И была акция в магазине, мы и взяли. Ну тогда я не знаю. Надо найти стиралочку. Они, видимо, с этой стороны, да, были? Да, вот там стиралка дальше. Хотя они здесь перемешку стоят. Вот Samsung стиралки. Ну, такие тоже были 700 чем-то. Какие-то странные. Какая-то у меня загрузка. Видишь, такая. Samsung. Это сушилки. Ну ладно. На самом деле получается как-то это. Ну, то же самое. То же самая цена, да? Ну вот. А, здесь тоже не написано. Та же самая цена, только мы, получается, не платили за установку. Ну, нам бесплатно подняли на третий этаж. Две такие бандуры, они очень тяжелые, я вам честно говорю. Это не европейская стиралка. И их на третий этаж бесплатно подняли, их бесплатно установили. И подключение там не про... Я думал, про, ну, допустим, стиралку-то что такого подключил, типа воду, да, и канализацию, и все. Нифига. Оказывается, стиральная машина подключается к холодной и к горячей воде одновременно, это первое. Второе, сушилка подключается специальной такой, ну, там, специальным шлангом гофрой к вентиляции. То есть это все тоже не просто так. Так, ну что можно сказать о этом магазине? Хороший магазин. Если вам реально нужна техника какая-то домой, ну там стиралки или холодильники. Ну, насчет холодильников точно могу сказать, его их здесь можно брать. Но это не точно. Мы не знаем, есть ли здесь доставка, если нет, то как-то вы сами рассчитываете свои силы на либо на подъем этаж, либо ищите машину, чтобы доставить. Я думаю, мы ссылочку оставим на адрес того магазина, да? С адресом. Ну, если честно, тут все очень чисто, аккуратно. Мне здесь очень понравилось. Да. Сразу видно, что персонал, в общем, следит за своим магазином. Чистота полнейшая. К тебе подходят и спрашивают, тебе помочь с выбором, что ты ищешь. В общем, они интересуются. Клиентоориентированность на высшем уровне. А насчет поддонов, ну, что сказать, такое двоякое впечатление. Получается, там реально вещи стоящие, если заморочиться, посмотреть, сколько они стоят, похоже, это не возвратные вещи, а просто сданные вещи с магазина. Ну, большинство из них. Там некоторые, конечно, газонокосилки, походу, возвратные, а большинство – это просто непроданные вещи в магазинах. И если заморочиться продать, на перепродажу взять, да, возможно. Нам нет, потому что слишком большие объемы, у нас нету гаража, негде хранить, третий этаж, маленькая машина. Мы, конечно, могли бы за два раза перевезти и перетаскать на третий этаж. Но опять же, хотелось бы, чтобы там было разносортиться. Да, да. Не все одно. Не так интересно. Хочется, чтобы было как-то немножко повеселее, чтобы было поинтереснее, поприятнее. И небольшая такая нотка изюминка сюрприза была, да, такая интрига. День в центре, чтобы накидали что-то. Очень-очень дорогое, да, такое хочется. Чтобы накидали дорогое за дешево. Короче, сейчас поедем в тот первый магазин. То есть мы ездили, недавно мы там видели в один, сейчас в другой съездили. Сейчас поедем в первый, посмотрим, что там новенького. Сегодня там не день привоза. Там нам писали, уже рассказывали, как найти. Да, не день привоза, но мы посмотрим. Может быть, что-то себе подберем недорогое. Не потому что, опять же, у нас машина маленькая, небольшая. Если подберем... В общем, ездим, катаемся, смотрим. Да. Если что-то понравится, мы себе обязательно выберем. Так что поехали с нами. Смотрите нас дальше. Ехали, короче, ну, из магазина поддонов. Сейчас ехали в другой магазин с поддонами. И тут по пути такой этот водопад. Небольшой. Речка какая-то. И как бы, ну, это не водопад, наверное, это этот, как его? Какой-то шлюз, дамба. Решили остановиться поснимать, прикольно. Но ближе не подойти особенно, не знаю, слышно меня или нет. Ну так, вроде как шлюз, да, такой, ну, искусственный, а снизу камни натуральные, такие скальные породы. Прикольно. Так, продолжается наше видео. Съездили мы в несколько раз магазинов, да, Палетов. Ну, вы видели, мы сейчас были, короче, поехали в тот прошлый магазин Палетов после нового. Да что ты, черт побери, такое несешь? И он оказался закрыт, и сейчас уже другой день у нас. Угу. И вот на другой день мы приехали обратно в тот же самый магазин Палетов, где брали мы в прошлый раз, и решили купить все-таки палет. Такой палетик большой за $450.
Вот такой палет мы взяли. Не знаю, как мы сейчас будем впихивать его. Ты недооцениваешь мою мощь! Впихнуть невпихуемое. Да. Возможно, придется два раза ездить. Как всегда, нож с собой в Америке. Да шучу я, это я здесь взял, у них он тупой. Они тоже носят с собой нож, да? Короче, здесь много чего. Не все мы увидели, что здесь. Надеюсь, нам в этот раз повезет больше, чем в прошлый. Смотри, чтобы он не развалился по сторонам. Короче, вот получилась такая травма производственная. Пока стул разбирал. А? Видно? В общем, да. Загрузились мы, конечно, по полной. Запарились грузиться, конечно. Вообще полная машина. Просто полная машина. Маленькая у нас машина. Ну, вместили. Все вместили. Да. Даже вон Настя с трудом сидит. В обнимку. Сейчас едем домой. Будем это все поднимать. Очень тяжело и долго. Распаковывать. Думаю, уже будем в следующем видео. Видео получается длинновато. Разделим на две части. Да. Ну, а что делать? Да. Так что ждите, смотрите. Поставьте лайк, подпишитесь. Думаю, будет интересно. Там есть стоящие вещи. Нам пока... Да, мы пока разбирали, конечно же, посмотрели, заценили, что было там, ну, в серединке спрятано. Пока так кажется, что стоящие вещи есть, но, возможно, мы ошибаемся. Главное, что были целые. Да. Посмотрим дальше. Все. Обязательно поставьте лайк, подпишитесь. Вам это ничего не стоит, а нам это очень помогает в продвижении нашего видео на YouTube. Все, всем пока-пока, до следующего видео.